Всем привет, с вами Лана и Катя. Впереди вас ждет обзор техники от компании Allo. И в этот раз он будет посвящен обзору монитора от компании LG Electronics, а именно ее 24-дюймовой модели LG 2476 MP. Чем данная модель монитора сразу же привлекает внимание, так это, конечно же, своим безрамочным дизайном. В LG он получил название Cinema Screen Design. Тонкие рамки есть, но они очень тонкие, всего 5,6 мм. В выключенном состоянии они вообще становятся невидимыми. Также стильности добавляет и нижняя панель, она выполнена из серебристого пластика под металл. Нельзя обойти вниманием и подставку, она состоит из двух частей. Серебряная основа и прозрачные ножки. Установив на нее монитор, создается ощущение, что изображение буквально парит над столом. Выглядит это крайне эффектно. Монитор имеет диагональ 24 дюйма, и его габариты вместе с подставкой следующие. Ширина 540, высота 429, а вот толщина 181 мм. Напоминаем, что это размеры вместе с подставкой, при этом вес всего 4,3 кг. По разъемам тут имеем следующее. Два порта HDMI, линейный аудиовыход, выход на наушники и аналоговый DSAP. В общем, не так, чтобы много, но для работы этого хватит с головой. Управление монитором происходит при помощи сенсорных клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса. С помощью горячих клавиш включать режим чтения или переключать между входами. Само меню тут поделено на две части. Первая кнопка – меню. Нажав на нее, на главном экране появятся настройки. Громкость для встроенных динамиков, яркость, время отклика, смена соотношения сторон и, если вы перемудрили, сброс на заводские. С помощью кнопки «Следующий» можно перейти в основную часть меню. Тут доступны настройки картинки, цвета аналогового подключения, выбор аудиовыхода и настройки самого меню. Вторая часть меню вызывается с помощью кнопки Function. В ней мы найдем настройки энергосбережения, выбора режима изображения, включения функции Super Resolution Plus, а также настройки для работы со вторым монитором или с несколькими окнами браузера. Правда, для этого необходимо установить фирменное программное обеспечение Dual Smart Solution. 24-дюймовый экран монитора выполнен на основе AH IPS матрицы, имеет соотношение сторон 16:9 и разрешением Full HD 1920 на 1080. Время отклика 5 миллисекунд. А благодаря наличию функции Flicker Save, такое понятие как мерцание экрана у этого монитора полностью отсутствует, что не только способствует стабильному изображению на экране, но также приводит к меньшему уставанию ваших глаз при работе. И еще одна фишка монитора – специальный режим Reader Mode, который снижает цветовую температуру изображения на экране до 4300 кельвинов, как на бумажных носителях. Таким образом, работать за этим монитором можно сколько угодно долго, и ваши глаза не устанут. Ну а о цветопередаче и углах обзора тут и говорить не приходится, все на высоте. К тому же, как и все IPS-мониторы LG 24MP76 прошел заводскую калибровку цветов, а значит изображение выше всяких похвал. Новая флагманская модель монитора от LG показывает не только качественное изображение, но и может похвастаться элегантным внешним видом. Но отсутствие мерцания экрана станет настоящим подарком для тех, кто в силу своей профессии или увлечений много времени проводит за экраном монитора. С вами была Лана и Катя с обзором от компании Allo необычно воздушного по дизайну и мощного по характеристикам монитора от LG 24MP76. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить нам лайки. Пока!